Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за Арабскую Империю, Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности на божестве, при условии, что я всем встречным поперечным объявляю войну. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку, благодаря им и хочется вот это все записывать, в общем-то. Итак, вышли наконец-то в золотой век, в промышленной эре. Давайте думать. Бонус к производству соседства кампуса, у нас кампусов мало. К оружию я и так объявляю всем войну сразу, то есть эта фигня не будет работать. Население на других континентах тоже, так что у нас только реформа денежного обращения остается, в общем-то, что взять. Здесь. Давайте уже, наверное, лян на аквакультуру повышу, пожалуй. Уже пора тут обрабатывать. Шпион. А где у нас уже шпионы есть? А, так это первый. Я тут немного городов вижу. Давайте, наверное, в Сендай. 124, да. В Сендае побольше денег можно спереть. Ты, я так понимаю, что я разведуправление построил, так? Давайте, наверное, так. Вообще, по идее, можно две... А, слушайте, а давайте мы... Там соседство за еду будет. Вот здесь второй курган Кахоги вообще-то нормально встанет. Давайте сделаем. Блин, надо было этим делать. Ладно. Так, этим давайте вот здесь лесопилочку бахнем. Здесь шахту. Здесь воюем. Да, тут у меня идет... Знаете, я, наверное, вот тут поставлю город. Не хочу... Смотрите, какие тут прикольные тропические леса. Не хочу их удалять. Еще лесопилки можно будет поставить. Тут очень круто. Это, наверное, какие-то тут наводнения были или что, я не знаю. Так, и мне надо, пожалуй, уже кораблями стоять чисто, ну, просто следить за приближением ко мне других кораблей. Не надо тут воевать только вот если с варварами, и все. Давайте вот этим туда сплаваем. Вот этим просто здесь будем стоять. Этим давайте тут стоять. И этим куда-нибудь сюда контролировать. Так вот, надо вокруг просто корабли обставить. Черепаху. Блин, если бы деньги давало, вот тут караван какой-то есть. Давайте попробуем лучше караван. А, так, отойду, чтобы Бердин меня не обстреливал. Караван попробуем грабануть. Бильбао. Так, ладно, сейчас медийное разведывательное управление я достроил. Тут надо 6 ходов до роста. Потом какой-нибудь... Ну, скорее всего, кампус буду строить. Но пока 6 ходов... Ну, давайте банк. Не вижу тут шпион 5 ходов. Не, вообще давайте шпиона. Так, в Мекке священное место. Ну, понятно, святилище. В Думьяте. А, тут сволочь этот не дает мне верфь достроить. Знаете, давайте, наверное, священное место. Потому что у нас, ну, комбо. Эти священные места. Точнее, здания в священных местах плюс 10%. То есть нам священные места надо везде построить. Вопрос только... Ну, походу, сюда всего лишь плюс один будет... Не хочу сюда, там, во-первых, вообще... Ну, сюда, понятно, может затопить, и тем более тут на плюс 3 еще еды. Нормально. Бомбарду создать, вызвать озарение для технологии книгопечатания. Это, кстати, я могу сделать. Так, порох мы точно открываем. А, подожди. Подожди, не открываем. Подожди, нам надо 3... вот для ускорения... Не три мушкетера, а три латника сделать. Так что нам надо будет... У нас, по-моему, один латник вот тут стоит. Кстати, давайте его сюда переведем.
где город. Два латник. Вот этого парня надо в латника. Так, я, наверное, не буду ставить никакую карточку на апгрейд. Поэтому давайте его просто так апнем. И не ускорилось. Значит, не латник... Значит, вот этот линейный пехотинец. Три линейных пехотинца надо, а не три мушкетера. Ладно, давайте откроем тогда в любом случае порох. Пускай уже это накапливается. Вот тут да, селитру обработаем как раз. Блин, что я хотел? Только что подумал о чем-то и забыл, блин. Ладно, сейчас проверим еда производства. Минус 3 довольства, чё так? Кстати, у меня же будет еще довольство от войн накапливаться вообще. Вот да, усталость от войны, видите, минус 3. Ну-ка по другим пройду. Странно, почему только в этом городе усталость от войны? А, я хотел карточку. Хорошо, что не закончился ход. Я хотел карточку, знаете, на что поставить? На создание каперов, наверное. Мне надо штук 6 каперов хотя бы сделать. Может, на теократию тогда поменять? Что я за веру могу? Ну, я за веру только создание буду покупать. Хотя они как раз будут 10 стоить, а не 15. А, и, кстати, мне надо в Дамаск и вот в этот город... Да, давайте, знаете что, давайте теократию поставлю. Торговая республика дает 10% золота. Я не думаю, что это слишком... Ну, еще 15% при создании районов, с другой стороны. Блин. Вот 15% для создания районов, это важно. Тут еще кампуса буду ставить. Блин. Ладно, не буду менять тогда. Давайте просто поставлю карточку. Так, что у нас здесь? У нас 7 послов. Давайте, во-первых, первый посол поставлю. Во-вторых, создание шпионов быстрее. Я там делаю шпионов. Олигархическое наследие не хочу. Блин, счастье тоже важно оставлять. Давайте я, наверное, вассалов пока оставлю. Я ремесленников уберу. Тем более, у меня не так много прям промышленных районов. И ставлю плюс 100% созданию морских юнитов. Вот так. И, наверное, тогда в Думьяте я начну все-таки с капера. Два хода. Так, там три. Два хода кампус. Давайте, может, в Мекке до святилища тоже капер. Так, не, ну там все верно. И мне еще, кстати, надо раз, два, три юнита для того, чтобы вассалы работали во всех городах. Еще три юнита можно было бы и построить. А мамлюка я могу построить? Я, наверное, мамлюка бы построил. Так, тут что-то меня больно обстреливают. Василия встретил. Нет времени на разговоры. И есть время тебе войну ведь. Так. Ну, давайте... Этот тип не дает уникальный бонус своему сюзерену. Давайте научный не дает. А дополнительный за черепаху. Ну, я думаю, это не пройдет. Я не могу ничего больше дать. У меня ноль. Ну и Нобелевская премия мира пускай идет. Из-за того, что я всем войну объявляю, у меня очень большой минус
Ну, то есть у меня претензии дофига ко мне. Из-за претензий у меня минус. Так, плюс 100% торговый. Так это как раз в мою пользу. Блин, у меня ж Кахоке, собственно, мой союзник. Не влияет нефрит, нефрита у меня нету. И Нобелевская премия пошла. Отлично. Как-то все в пользу меня проголосовалось. Рационализм нету смысла ставить, я думаю. Вот либерализм можно было бы, но опять же пока не сейчас. Хотя уже можно поставить вообще-то. Давайте, наверное, поставим. А тут пока и вассалы у нас работают. Так, стоп, давайте первый посол. Может быть, я смогу сейчас сразу заменить. Давайте Занзибар. Я бы сразу просто засоюзил. И в Унсу. Блин, а в Унсу, видите, там сюзерен Василий. Ну, Занзибар я бы точно ко своим сделал. Так, где он? Блин, где Занзибар-то? Бандар Брюней. Ладно, так. Ну и почему у меня карта от него не открылась? Вы сюзерен. Так, Василию войну объявлять. Унса. Унсу у него в союзниках. Так, а Занзибар счастье тоже дает. Вот это почему я хотел его засюзеренить. Блин, хватит мне грабить тут все. Ты чё? О! А вот и плавуны, блин, брасом тут. Еще мне посел ведет. Нормально вообще, китаец? Чуть подальше вот так будем контролировать. Так, здесь плывем ремонтироваться. Так, так и так. А этот у нас кораблик. Я немножко еще ее вперед выдвину. В Каире наконец можно кампус строить сюда. Вот эту залоченность уберем. Тут, собственно, больше нечего-то обрабатывать по-хорошему. Коняшка стоит, чтобы вассалы работали. Латник тоже стоит. Ну, тут чисто шахту и лесопилку. Видите, тут с двумя районами, соседство с двумя районами, плюс одно яблоко. И тут то же самое, два района, центр города и акведук. Плюс одно яблоко. Давайте, наверное... уже рыбу обработаем. Надо рыбу тут. Так, с Унсой война. Можно немножко юнитов повесить. Чем приятно... Ну, и мне кажется, что это правильно, логично сделано, что корабли атакуют юниты на воде без получения урона. То есть считайте, что они тут на каком-то транспортном корабле, который никакой урон нанести не может. Типа такого. Но это мне больше нравится, чем в Humankind. Там, блин, могут юниты на воде вообще убивать морские юниты. Изи. Так, вот теперь мы убираем первый посол и просто плюс 2 влияния ставим. А здесь либерализм. Плюс 100% к созданию это мы оставляем. Дальше поехали... Куда? Ну, национализм, я думаю.
Мы не, у нас, это мы точно никак не ускорим, потому что у нас нету формального повода для объявления войны. Так, здесь водяная мельница точно. Но нам тут надо купить рабочего и аквакультуру делать. Сколько рабочий стоит? 260. Биг Бен. Блин, Биг Бен это уже далеко. Так, а Нобелевская премия мира... Это мне что надо набивать? А, это я точно не выполнил. Самый миролюбивый. Блин. Получение мимо... То есть, ну тут выпало, конечно, от Швеции. Катя, у нас Швеция точно в игре получается, потому что я ее не встретил, но Нобелевская премия, это значит, что Швеция есть в игре. Короче, прикол. У меня вообще... Ну я же должен всем войну объявлять. Так что я никак не могу быть самым миролюбивым. Ну, при таком формате игры, когда ты должен всем войну объявлять, конечно, дипломатически, культурно и религиозно победить просто невозможно. Потому что там слишком большие штрафы. Так, давайте я сначала гавань тут отремонтирую. Один заряд. Давайте тут ферму. Таиф. С монумента начинаем. Амбар тут купить надо будет. Но не сейчас. О, а вот у нас тут какая-то синякия подплыла. Нафига нам пусел? Вот реально, мне даже город уже негде ставить. Что, давайте я, наверное, лучше арбалет поатакую. Блин, как мы его не убили? Ну охренеть, отойду пока. Там просто может быть еще какая-нибудь армия. Какие-нибудь финикийские. Этими возвращаюсь. Ищем источники. Валеппо кампус. Давайте капер. Ну просто пока у нас карточка стоит, надо бы каперов понаделать. Так, здесь покупаем. Блин, или не покупаем. Мне важнее скорее там рабочего купить. Ладно, пока подождем. Просто пропущу ход. Хотя тут тоже, конечно, стоило бы рыбу побыстрее обрабатывать, чтобы... Ну, мека вообще растет до 5 жителей. До 7. До 7, в смысле, за 5 ходов. Слушайте, вот я в Кахокию отправляю караваны. Что у меня удваивает, интересно? Я в Кахокию один караван отправляю. Я так понимаю, что... Вот это должно удваиваться. Невозможно ж удвоить курганы Кахокии. То есть... Вот это... Минус 4, ой, плюс 4 золота в каждой банке верфи, в каждом, а не в каждой, в каждом банке верфи и консульстве должно быть не плюс 4, а плюс 8. Вот банк у нас, наверное, в Каире должен быть. Плюс 13. Плюс 13, это, по-моему, его обычное... Не, плюс 5. Да. Точняк. То есть вот эти плюс 8, это вот от Кахокии. Но это только в Каире, потому что...
Давайте где-нибудь другом, потому что я из Каира в Кахокию отправляю. А где-нибудь есть еще где-нибудь банк или верфь? Вот есть только что верфь в Багдаде достроилась. Ну-ка. Плюс 8. Ну, это именно что плюс 8 именно от Кахоки. Потому что сама по себе верфь не должна золото давать, по-моему. А, где оно? Да. То есть она дает пищу и производство, равное за соседство. Так что да, на все города, просто один караван я отправляю, любой, и на все города, значит, мне надо быстрее верфи и банки еще построить, чтобы Кахокия сейчас работала. Так, библиотека в Дамаске строителя. Знаете, как-то вот так следить и вот так. Так, эту, наверное, в Нагою. Вообще не вижу никаких еще городов, куда отправить. Мне как надо города пооткрывать хоть немного. Либо быстрее в спутник идти. Пойдем капером этот лагерь заберем. Так, а здесь маяк ремонтируем. Там даже, наверное, верфь там даст. Там три хода верфи осталось строить. Верфь бы достроил. Так, тут сотка, по-моему, да? Да, так что пропускаем ход. Шпион. Выйди вон. Кстати, мавлюка можно построить. Ну, я к тому, что мне надо три юнита в любом случае, да, расставить по городам. Один из которых мамлюк вполне может быть. Давайте мамлюка. А что тут еще мы можем? Банк. Не, давайте мамлюка. Потому что скоро мы вообще выйдем в следующие юниты. Я не смогу уже мамлюка построить. Верфь в Багдаде. Ну, уже Медресе, наверное. Не, капер, капер. Пока карточка стоит. В Джиде мастерская. Слушайте, а мы можем вот тут дамбу построить. Давайте, наверное, вот так у нас будет акведук. Промышленная зона. Дамба. Ну, клетка, наверное, сама пускай добавится. Что у нас с кампусом? Тут, кстати, может быть, кампус тогда встанет с нормальным соседством. А вот священное место я здесь хотел. У меня нету денег. А, я могу забрать просто эту клетку. Давайте священное место здесь пока. Джида вроде растет. Смотрите, бензина мы ждем до 10 жителей, тогда кампус будем строить. Что началось? Что-то Финикия попутала. Не, ну, тем, что сейчас есть, это не берется. Хотя, вот, не нравится мне это, конечно. Не, большой урон. Я просто тут встану, чтобы он... Ну, либо сам меня протакал, либо чтобы не делся никуда. Так, тут я буду так контролировать территорию.
Давайте арбалет убью. Блин, еще одна каравелла плывет, варварская. Это что ты будешь делать? Надо разбираться. Так, тут аквакультуру начинаем делать, а то вообще производства в городе нету. Так, еще капер. Плыть нам интересно к Японии, там все грабить, или лучше... Наверное, туда отправимся лучше. Так, вот тут уже можно обработать. Я имею в виду купить. И обработать, чтобы быстрее город рос. Блин, эти шотландские волынки, начавшиеся... Не, я, наверное, никуда не буду отправлять. Держим... Эти, ни одного, ни одной научной ГГшки не встречено. Ну, держим... Послов на случай, если у меня будут эти другие ГГшки мои перекупать. Так, вот медресе астрономия ускорит. И надо еще где-то медресе строить. Там надо два медресе для ускорения книгопечатания. Следующим ходом астрономия. Кстати, арбалетчиков надо апнуть. Сколько стоит? 125. Думаю, ставить мне карточку на снижение апгрейда. Ладно, следим за финики. Что-то больно они тут Таиф все-таки атакуют. Нет, он решил, нет, никакого мира никогда мы не будем заключать. Я отметил, чтобы у меня больше не просило даже. Так, тут что-то демоны окружают. Отлично. Тут стоим, лечимся. Тут подплываем. Давайте чуть подальше от квадрирем отплывем и проатакуем. Куда, интересно, этот поселенец поплыл? А тут он у меня случайно не может поставить город? Нет, у меня вообще одна клетка только вот здесь. Здесь не догадается он туда плыть. Ну и теперь давайте тут шахту. Давайте сюда подплывем. Тоже надо контролировать все эти подплывы. Блин, да что? Что такое? Почему в последних играх компьютер поселов раздает, как будто они ему не нужны? Кстати, на самом деле я могу здесь город поставить. Тут никакой лояльности на это не влияет. А, только там унса, правда, враждебная. А, уже нет. Отлично, сейчас мы поплывем куда-нибудь сюда город ставить. Наверное, вот прям на пустыню вот сюда нормально будет. И хрен его, его возьмут. Так, ну чё, время воровать баблишко. А, давайте-ка тут акведук. Ну, просто чтобы больше производства тут было от акведука. Потом у нас, наверное, куда-то сюда пойдет кампус, видимо, а священочка сюда. Как-то так будет. Все соседство друг с дружкой. Конечно, жалко, что под вулкан, но я надеюсь... Он, кстати, как... активный. Ну вот опять, как какой-то глюк не показывает, активный вулкан или нет. Очень...
Странно, уже даже плюс 2 будет. Но это за счет акведука, я думаю. Так, окей. Ну, еще, конечно, науки. 176 науки у японца, у меня... Ну, я уже начал компуса фигачить. Так что скоро все будет. На Газгаргаму там кто-то засоюзил. Ауч. Варвары бьются. Не, не хочу. Может, кстати, этого захватить? Не, ну тогда могут все равно эту каравеллу мне убить, нет? Ладно, захвачу. Ну, вот этот поселенца точно некуда уже девать. Так, здесь у нас... Давайте, наверное, подплыву, но проатакую этим, чтобы прокачивать. Просто пока постою здесь. Так, и тут Финикия отступает, я так понимаю. Ай-яй-яй. Слушайте, я могу тут армию потерять. Армаду могу потерять. Мне кажется, у него не должно быть больше юнитов. Если так и есть, то... Не потеряю, но если все-таки есть юниты, то проверю, что там ничего нету, то у меня минус армада будет. Так, плыву сюда, чтобы отсюда или туда ломануться, или сюда. Аквакультура. Есть еще. Так, тут давайте заедем, полечимся. Какая вероятность, что японец... А, давайте еще тут сверху проверим, что японец сейчас ко мне попрет. Угу. Есть капер, ну дальше библиотека. Вообще, я думаю, что можно... Вообще еще два хода... То есть можно карточку убирать, но есть у меня что-нибудь, какой-нибудь капер за два хода, чтобы... Четыре... Где тут капер? 4. Так, тут, во-первых, верфь сначала. 3. Ладно, нигде я уже не буду капер тогда строить. Ну, в итоге как-то 4 штуки, что ли, я сделал? Да. Немного. Блин. Астрономию не отменил. Вот лишний, считай, типа открывал. Ладно, тут медресе тоже. О, 7. Так, давайте-ка здесь... Давайте-ка здесь кампус уже. Потому что, извините, тут самый крутой кампус у меня на плюс... На плюс 7 сейчас было? Мне показалось ли там плюс 7 написано? Не, вроде плюс 5. Показалось. Так, беспокоимся за армаду. Понятно. О, там плывет. Ну, сейчас мы армаду спрячем в город ремонтировать. Тут этот флот уберем. Есть Мамлюченко. Вступил в нашу армию. Так, чеканули. Мочканули. Получили уровень. Подплыли. Мочканули. Ну, видите, это он у какого-то города-государства Китай взял. Наверное, у Могадиша, я думаю. Так, здесь что...
Надо добивать. Так, надо подплывать. Апаться на рейд по побережью. Надеюсь, тут не появится больше. Ну, по идее, он тогда капер будет атаковать, а не эту каравеллу. Ну и негде нам. Может, нам этого тогда посела как... Блин. Он тут сейчас высаживаться будет, он заберет посела. Ладно, посмотрим, как тут. Посела использовать как скаута. Сейчас поплыву туда. Попробуем что-нибудь там капером уворовать. Так, ну тут все клетки обрабатываются. Еще один заряд. Я что-нибудь хочу тут обработать вообще. Может, в Дамаск отправить? Ну тут еще будет раз. Давайте... Ну ладно, давайте здесь шахту сделаем. А, вон у нас клеточка еще. Вот тут давайте шахту. Так. В Думьят или в Джиду? Или вообще в Багдад? Давайте в Джиду, потому что тут ноль счастья, а так будет хотя бы один. С мамлюком. Блин, каперы вот плохи тем, что у них маленький обзор. Так что их как часовых использовать не очень. Давайте я куплю здесь амбар. Есть медресе в Каире. Так, так я по идее... А, здесь не рядом с горой. Так, вот здесь в Медине давайте кампус. В Каире. Арбалетчиков я апну следующим ходом, так? Какие мне юниты бы построить? Может, 2-3 бушета построить? Да, давайте 2-3 бушета, это как раз ускорит осадную тактику. Это опять... Звездеж про две бомбарды, ребята, это 2-3 бушета. Как и здесь, не 3 мушкетера надо, а 3 линейных пехотинца. Священное место есть. Ну, давайте, наверное, дамбу вот эту я построю. Потому что в Дамаске... По идее, это нужно в Дамаске строить, но... Слишком... У него вообще производства практически нету. У этого города. И Арави, и Медресе, и Мамлюк. Все у нас построилось. Красота. Теперь главное... От этих цивилизованных варваров отбиваться. Которые постоянно к нам и лезут, или... Не, слушайте, создалась все-таки каравелла. Так. Значит, здесь давайте пока поставим на ап юнитов. Пока все еще не ремесленников. Скидка в стоимости на улучшение юнитов в золоте. Апнем чисто вот этих ребят. Раз, два, где-то третий был. Три. Так, литье открыли. Пока книгопечатание, два универа. Где я медресе строю? 4 хода. Окей, так, есть акведук. 5 производных. Но это ремесленников нету, так?
Ну, кампус, наверное, или мастерская. Наверное, кампус все-таки уже. Надо по науке догонять. Здесь возьмем Виктора и назначу в джиду. Потому что он не для защиты, а чисто чтобы счастье и... жилье получить. Так, тут лечимся. Тут атакуем. Восемь шестьдесят три. Так, где меньше хитпоинтов? 73. 70. Тогда этим. Надо валить лечиться. Вот, там что-то у Англии, кто-то Англию берет, у него вроде не с кем, нету ни с кем войны. Блин, снова под город встал. Ну, по идее, вообще, по идее, Англия не должна этого капера видеть. Так что ты за мной плывешь? Они не дадут мне тут город поставить, вы посмотрите. О, похитили средства. Мгновенно время выполнения заданий давайте уменьшим. Водяная мельница в Дамаске. Я бы, наверное, промышленную зону тут строил. Хоть как-то производство. Так, амбар я тут купил. Ну, тогда гавань надо. И надо бы купить рабочего сюда. Давайте я сразу куплю в Дамаске. Должно нам хватить. И сюда прям на свинину плывем. Так, карточку я тут поменял. В принципе, можно сразу, наверное, открыть морскую традицию и вернуть. То есть все, что я хотел апнуть, я апнул. Так что быстро следующим ходом все вернем. Ну, ремесленников поставим, чтобы производство шло. Соседство промышленной зоны. Так, Унсу опять засоюзили. Ну, я не знаю, как мне тут высаживаться при войне с Унсой и при дуболомах маорийских. Наверное, просто тут потушу рядом. Нет, он убил мне прокачанный капер. Блин, там еще один юнит создался откуда-то. Что это за хрень? Так, ремесленники ставим. Каждый ход по каравелле. Что это за говнина? Ладно, нахер надо тогда. Пускай с ним китаец разбирается. Понимаешь, что через два хода он сам добавит, но нам нету смысла ждать. Нам производство нужно. Хоть какое-то дополнительное... Подождите, а у нас там ничего... Ничего тут производство рыбацким лодкам не добавляет? Ты, по-моему, уже открыл рудник только. Два золота. Что он где-то тут? Во, рыбацкие суда плюс одно. Вот это нам надо открывать.
никуда пока не отправляем. А тут корабли на верфи в ремонт отправляются. Блин, я уже открыл бомбарды. Ой, как тупо это все-таки сделано. Просто мрак. И мне уже хватило селитры, чтобы бомбарду строить. Очень тупо. А, тут нету города. Подождите. Нет, он есть. А если я сейчас разграблю, то меня убьют. Пойдемте-ка лучше вот так. Вот этот бы я точно могу разграбить без проблем. И науку получу. Так, дальше, наверное, воруем. Прокачиваем дальше шпионов. Я, наверное, смогу уже... Ну вот в Бристоль, наверное, тоже неплохо должны шпионы сесть. Надо глянуть. Я, наверное, сейчас каравеллой просто вот сюда приеду. Буду гавань каравеллой ломать. А капером вот как раз... Блин, два универа, подождите. Это я должен и так открыть. Давайте осадную тактику. Вот я уже осадную тактику не ускорю, потому что, блин... Вместо трибушетов бомбарды строятся. Так хоть так. Так, стоим на страже. Ремонтируемся. 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 Ход. Просто сейчас буду тут плавать по океану этим поселенцам. Минус одно довольство. Тут стоим трибушетом. О. Ремонтировали эту. Вот каравеллы тут, наверное, нормально будет стоять. А капер надо использовать на разграбление территорий. Блин, я бы высадился, если бы тут не стояли эти мушкетеры. В принципе, я мог бы тут... Ну, короче, мы ждем, чтобы как-то так юнит, либо унца стала нейтральной. А, подожди, так она нейтральная, нет? Нет, в войне со мной. Так, библиотеку просто покупаем, строим медресе. Астрономию мы будем ускорять, пока откладываем, значит. Три спецрайона. Блин, у народа 1500 сила, 1400, 1600, 1700, 1600. Почему у всех столько армии? Это, наверное, из-за того, что я в войне? То есть, если ты им войну объявляешь, они начинают фигарить армию, да? О, у меня что-то дофига веры. Давайте-ка мы... Может, мы купим какого... Блин, я надеюсь, этот мне достанется. Ну, по идее, он должен мне достаться. Ну, кто-нибудь его выкупить стопудово может. Да, отлично. Дополнительное счастье от игрушки. Это здорово. Так, давайте проверим, какие еще тут есть великие люди. Меньше усталости от войны. Кстати, я думаю, что этот нужен мне. Чувак. Потому что у меня будет постоянная усталость от войны, но хоть будет медленнее. Я ж не могу мир заключить. Раз мы договорились постоянно воевать. Давайте возьмем его. Фу, не убили, отлично. Так, эта бомбарда тут остается. Ну, в общем-то, у меня все города с этими
Есть, 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 есть. То есть у меня вассалы сейчас должны вообще плюс 10. А сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 10 городов плюс 10 от вассалов. Ну, надо где-то вот тут встать. Эх, нельзя высадиться пока. Так, время выполнения. Контрразведка, сфабриковать скандал, подрыв плотины. Обожаю плотины подрывать. Надеюсь, тут где-нибудь еще они будут. Блин, своими каперами приперся. Отлично. Тут бомбарда. Ну, давайте шпионов. Давайте, наверное, святилище пока. Так, Виктор в Джиде. Еда, производство. Да, блин, уже 9 ходов до конца. Библиотеку покупаем. Медресе строим. Так, сейчас книгопечатание должны ускорить, по идее. Второе медресе, то есть второй универ. Блин, выплыла откуда-то каравелла. Валим. Так, книгопечатание открыли. Уничтожьте врага при помощи... Ну, а чё я в индустриализацию не иду? Пошли в индустриализацию. Надо посмотреть, где у нас вообще уголь и есть ли он. Сана голодает. Чё это? А, наверное, караван закончился, да. Это мы исправим. Всё, нормально. Ну, блин, реально тут еды не на чем. Петра была бы в тему, но не получилось Петру. Так, тут нужно крабов вот эти. Давайте мы вот этот... Во-первых, эту клетку Багдаду отдадим. Во-вторых, давайте строителя туда. Меньше усталости от войны накапливается. Так, тут в... Армада здесь будет стоять, а тут где-то вот здесь будет. Чуть дальше еще выдвину. Продолжаем грабить кампус. Тут не могу разгадать, следующим ходом буду подходить грабить. Наверное, продолжим на еду посылать. Видите, я вынужден все караваны на еду посылать. Я, собственно, только единственный это в Кахоке я могу на деньги. Нет, не высаживаемся. Библиотеку покупаем, медресе строим. Есть дамба. Кампус у нас. Тут, кстати, на плюс 2 будет. Давайте, наверное.
Подожди, даже не... Почему на плюс 2? Даже на плюс... Тут на самом деле на плюс 3 будет в итоге, потому что... Не, подождите, он плюс 1 как раз... Значит, плюс 2 все-таки в итоге. Сейчас он пока плюс 1, но в итоге будет на плюс 2. Храм Медресе. После храма синагогу надо будет купить. Вот тут еще что-то надо построить. Опять унсу. То есть сейчас было... Блин. Кто-то пытается у Византии унсу перекупать. У них одинаковое количество. А потом опять объявляет войну, поэтому не могу я высадиться, пока там ребята все контролируют. Ну, давайте, наверное, где-то вот так стоять. О, даже отойти могу. Кайф. Не, ну ферма это просто плюс к здоровью будет, нету смысла. Пошли вот к коммерческому району. Пропускаем ход. Нет смысла обстреливать, чтобы он меня не увидел. Так, ну здесь... Давайте, наверное, как-то вот так встанем. В Бристоль. Стоим. Плывем. Можно где-то железо пограбить. Шпион в Каире. Ну, давайте, наверное, строителя. Брайтон основан. Эрмитаж построили. Интересно, есть ли у нас Россия? Может быть, она построила Эрмитаж? Так, астрономию ускорили за счет... И колониализм, по идее. Ага, не открыли. Ну, надо открыть. Колонизм надо открыть, и потом пойдем... Наверное, в естественную историю аквапарки. Я бы уже где-нибудь аквапарки-то построил. Да-да-да. Так, а что тут за пушка плывет? Дальше черепашку, потом янтарь. 7 послов. Наверное, пока не буду никуда отправлять. А вот в Дамаске я бы, наверное, купил еще рабочего. Тут они строят. Давайте исследовательские гранты. Тут медресе банк. Тут медресе верфь. Так, покупаю рабочего. Тут аквакультуру, черепашек еще обработаем. Тут еще аквакультуру можно. В общем, много чего делать. Так, давайте-ка пушку вот эту проатакую. Давайте вот тут холмы. К чему тут они относятся? Да, все верно. Не могу высаживаться. Хищение средств под нейтрализовать губернатора. А взято у меня подрыв плотины. Давайте, наверное, нейтрализовать губернатора.
Хищение средств на третьем уровне и так очень высокая шанс. Блин, я тут бомбарду уже привел. Блин, уже под 2000 армии у Зулуса, у Англии, у Японии. Обалдеть. 5 ходов до конца промышленной эпохи. Ну что, проверяем наличие угля. Угля, так, производство от рыбацких лодок. Тут, наверное, ничего не буду. Я, наверное, пока не буду ничего менять. Но вот уголь. О, уголь прям под кампусом. Зашибись. А где-нибудь еще рядом. Что, у меня один источник угля будет? Ну, Занзибар должен давать уголь. Плюс 3 пока. Там, кстати, Занзибар кто-то атакует. Фак. Ну, Англия, скорее всего. Не пойму, Англия... Да... Ну, это центр коммерции в разработке. Наверное, когда он будет построен, тогда будет давать уголь. Да, ну, короче, рядом тут у меня нигде нету. Ясно. Ясно, понятно. Давайте хищение технологий, да. Нам надо догонять в Таифе гавань. Подожди, так это я строю гавань. Она еще не построилась. И Арсакхазу построили. В Багдаде строитель. Пойдем крабов обработаем. Ну, видимо, пока... Да, блин. Пока... Исследовательские гранты. Может... Блин, я уже поменял карточки, да? А, нет, не поменял. Может взять опять первые посулы куда-нибудь отправить? Ну, Унса вряд ли. Волин, кстати, там 6 всего. Победы, ну это нафиг надо, этот бонус. Кумаси, ваши торговые пути к любому городу, плюс 2 культуры. Слушайте, это будет много культур, ну тут 9, правда, надо, да. Сингапур можно засоюзить. Плюс 2 к производству за каждую иностранную цивилизацию. Не получится. Не, пожалуй, пока никуда не будем отправлять. Ладно, жаль. Обработаем черепашек. О, там китаец уничтожил уже. Ладно, поплыли тогда исследовать. Нехилый у меня флот, я вам хочу сказать. Но так как я со всеми в войне, то я никого захватить не могу этим флотом. Так, значит, время выполнения заданий, нейтрализовать губернатора и подрыв плотины. Плотины, я думаю, что я ни в каком городе тут не увижу сейчас. Ну да. Ладно, давайте Губера тогда. Или... Не, давайте тырить ускорение. Он, конечно, не прокачан на ускорение, но он третьего уровня, так что он вполне может и так. Поехали аквакультуру. Просто кучу бабла. А, это у нас кто? Это чей корабль?
Блин, проатаковал. Чей Кумаси? Значит, он меня будет атаковать. Ну, пока найти источники. Все три, да, я сделал, да. Пока больше трех шпионов невозможно. Так, библиотеку покупаем, медресе строим. Ну, уже 176. Что у нас вообще по науке? Вот я беспокоюсь, что я двух лидеров не нашел. Япония 215 вход. Тут у кого-то еще побольше. У кого-то тоже было 200 науки вход, но он что-то, по-моему, у Шотландии было. 41 наука. Ну, 4 техи отстаю, не так уж и много. Правда, эти ребята уже здесь где-то. Давайте посмотрим, нефть у кого-нибудь из них имеется. Вообще непонятно, куда конкретно они вышли. Давайте научную теорию откроем. Потом паровой... Так, научная теория, паровой двигатель. Блин, не, вообще мне надо тупо в химию идти, я думаю. Два банка. О, это я могу построить. Ну, верфь я все равно открою. Если не верфь, броненосца. Два пригорода вряд ли. Или может заглянуть по пути все-таки в военную науку? Или нафиг надо? Монумент, водяная мельница... Мастерская. Пока мастерская. Ну, у меня, я так понимаю, один город только, да? За каждый город государства. Ну, два города. Четыре науки, четыре... Не, наверное, пока нет. Четные банки вообще 100% нет. У нас натурфилософия. Ну, просто вот это мне еще производство дает, поэтому мне... Ну, вообще, уже приятный бонус. Это больше 10%, это 15% науки сверху. Но сейчас мне нужно производство. Треугольная торговля. Но счастье, понимаете, вот эти 18 счастья мне больше дает выхлопа всех ресурсов. А сколько я еще не встретил? Ну, вообще дофига не встретил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все-таки захватили того посела. Так и не смог я там город поставить. А, он тут уже Маури сам поставил. Ну, ладно, хрен с ним, короче. Не знаю, не мог я, мне кажется, никак там город ставить. Ой, блин, я на одну клетку хотел и апнуть юнит. Так, возвращаемся контролировать тут территорию. Что с этим поселом делать? Хотя я просто вниз поплыву, кого-нибудь сагрю на него. Может, кто захватить захочет. Так, хищение технологий, это все-таки к Японии надо, наверное. Давай, в Сендай. Блин, у него уже броненосцы, поэтому я иду в броненосцы. То страшно. Все разграблено. Не, ладно. Давайте сначала галеру убьем. Еще тут надо открыть территорию, посмотреть, кто там плавает, что вообще происходит. Я, походу, в темный век сваливаюсь. Очень быстро индустриализация прошла. Там еще все залочиваю. Фабрику.
Ну, Нобелевскую премию мира я вообще без шансов просто. Тесто, почему единица? Ну, короче, это у кого больше... Я думаю, что на втором месте Швеция. Ну, мы Швецию еще не встретили. На втором месте Швеция, скорее всего. Странно, что Византия так много набрала. Такая прям миролюбивая цивилизация, в кавычках. Переработку стырили. Зашибись. А, так что я сюда... Блин, фига я в Сендай отправил. У меня тут есть кто тырит. А мне больше некуда. Черт. Надо как-то города пооткрывать. Сначала источники найдем. Видите, было 90%, стало 84%. Лучше... так, тут обработка... Нет. Так, очередная каравелла финикийская. А Финикия с зулусами воюет? Нет. Значит, надо каравеллу... Ой. Блин. Вот это я не очень хорошо заехал. Но мне надо хотя бы одного атаковать. Мне кажется, что тут минус одна каравелла точно будет. Что-то мне так по ощущениям. Так, когда ты кампус починишь? Мне тут тебе грабить нечего. Ух ты, 135. Это неплохо. Интересно, что тут, почему тут поломаны стены в Литсе? Так, ну что, заглянем сюда. Черепашку обработаем. И еще вот эту клетку можно будет обработать. А, еще рыбу, блин. Тут еще дофига. Ну, как раз два заряда сюда и сюда. Правда, еще вот тут можно будет, но это уже в следующий раз. Как-нибудь. Так, здесь. Вот эту рыбу можно обработать. Будь здорова. Может, надо было бонус к перемещению брать. Но от стрельбы тоже надо. Там и фрегаты могут быть. И вообще что угодно. Есть медресе, храм, синагога, естественно. Хотя, может, сначала... Давайте сначала амбар, чтобы до 10 быстрее вышло, потом храм. Так, здесь мастерская готова. Слушайте, я в столице зря фабрику строю. Я вот подумал, тут нету соседства, блин. Там соседство маленькая промышленная зона. А, нет, 10. Нет, тогда нормально. Что-то я... Так, а здесь 12. Тоже надо фабрику и угольную ставить. Ауч. Ну вот, кстати, фрегат. Блин. Маленькую каравелку завалили. Загубили, Ляли, загубили. Дамаск крупнейший. Это сколько, 15 жителей, что ли? Да, 15 жителей. Ну, производства там практически нету, зато. Но растет как на дрожжах, несомненно. Ай.
Да, это ты поплыл. Так, давайте, наверное, караванчик разграбим. Так, что-то английские фрегаты мне очень не нравятся. Верфи Королевского флота, кстати, уже починены. Следующим ходом можно будет грабить. Пошли в угольные. Так, мне надо банк. Подождите, меня тут... так я экономику ускорил, я молодец. Давайте так. Все-таки давайте заглянем в военную науку. Я хочу стандартизацию ускорить, ну и заодно тут у нас линейные пехотинцы усилим города. После этого пойдем так, так и так. Банк в Медине. Так, а давайте я здесь куплю маяк. И в Таифе куплю торговца. Вот так. И строить... Может и верфь тут купить. Это плюс 3 производства, в принципе-то. Что с кампусом? Есть кампус плюс 3. Зашибись. А давайте сразу кампус, слушайте. Хороший кампус. Был бы Окленд еще в игре. Я бы Дамаск таким шикарным сделал. Так. Эти две, наверное, оставим здесь. Так контролировать. И вот так контролировать. Так, отлично, Багдад растет. Так, этого надо куда-то... а куда мне еще? Я вообще больше ни у кого. В Бристоль, да? Давайте в Бристоль. В Бристоле у меня там этот чувак деньги тырит. Вот так. Синагогу покупаем. Промышленную зону негде нормальную ставить. А может театралку? Кстати, почему нет? Нету соседства, конечно, вообще никакого. Тут на плюс один не будет. Давайте, наверное, сюда, а тут еще может быть какой-нибудь район. Или может чудо здесь какое-нибудь поставим потом. Давайте сюда театралочку. Ну, промышленная зона просто тут вообще... А, подождите, я же хотел аквапарк. Два хода. Я бы здесь аквапарк построил в этом городе. Давайте, наверное, тогда строителя. Буквально два хода. Так, здесь купим, наверное, свети... 380, блин, чуть не хватает. Дайте я святилище лучше построю, а храм куплю следующим ходом. И тут давайте строителя. Что-то Финикия выперлась со своими каравеллами. Нефиг тебе делать. О, британцы... Пытались нейтрализовать губернатора в Дамаске. Но никто мою столицу не видит. Они увидят только если запустят спутники. Поэтому они могут только в Дамаске убирать у меня.
Так, дальше тырим. Общевойсковую бригаду. Так, тут убили шпиона Британской империи. Джеймса Бонда, видимо. Панамский канал кто-то зачем-то построил. Больше торговых путей. Ну, я уже вроде купил. Давайте в Медину. Вот так, опять же, на еду и рост. Или реально еще больше я могу поддерживать верфь. Ну вот тут я ищу театралку, видите, давно хотел. Давайте построю. Так, лесопилочку. Рыбку. Так, производственная площадь. Наконец-то хоть какое-то производство появляется в городе. Наверное, акведук сначала. А потом мастерскую. Давайте тут... Не, хотя Медину надо до 13 вырасти. У нее минус район из-за того, что правительственная площадь строилась. Ладно. На еду. Блин, тут меня преследуют фрегаты. Черт. Алярма. Блин, еще и... Ну, вообще, каравеллы фрегатов в шестерке легко разбирают. Просто надо не одну каравеллу. Какие-то тоже хреновые места у Китая. Так. Блин, плюс 12. Тут тоже, походу, надо фабрику и угольную ставить. В Багдаде исследовательские гранты. До 10 надо расти. Ну, давайте продолжим исследовательские гранты, я думаю. Ну, вообще уже почти 200, но до Японии далековато. Ауч. Блин, у него перемещение больше, что ли? Почему он меня догоняет и обстреливает вообще? Блин, прям рядом с своим городом. Ну, темный век. В новом времени в Арабской империи начинается темный век, но как он будет проходить, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!